Калифорнийская рок-группа Eagles of Death Metal дала концерт в Париже спустя 3 месяца после террористических атак во французской столице. Во время выступления музыканты объявили минуту молчания в честь жертв теракта. Послушать музыкантов в концертном зале «Олимпия» пришли около 3000 человек. Треть из них была на прошлом выступлении группы в театре «Батаклан» 13 ноября. 3 месяца назад его атаковали террористы, они захватили заложников и устроили бойню. В «Батаклане» тогда погибли 89 человек. В тот же день, напомню, произошел ряд нападений в других районах Парижа. В общей сложности тогда погибли 130 человек. Ответственность за теракты взяла на себя ТИГИЛ. Я боялась своей реакции, а вначале не смогла сдержать слез. Но музыканты заставили забыть нас об этих ужасных событиях. Страница перевернута, и все же последствия терактов мы видим ежедневно. Полицейских стало больше, а эта ужасная ночь постоянно всплывает в памяти. Но мы сумели вернуться к нормальной жизни. Между тем, парламент Франции утвердил продление чрезвычайного положения еще на 3 месяца. Его ввели сразу после терактов 13 ноября. В правительстве считают, что уровень террористической угрозы во Франции велик как никогда.